И продолжаются бои андеркарда. На очереди второй поединок в полулегком весе. В синий угол октагона приглашается боец из Узбекистана. Мариф Мажидов по прозвищу Азиатский Волк. Мариф Мажидов, да, очень громкое у него прозвище Азиатский Волк. 22 года этому спортсмену, даже 21 еще, потому что у него в июле день рождения, из Узбекистана, Кашкадрнская область, село Якобок. 1,67 м, рост 61 кг. Ну, весовая категория 61, но мы видим, что есть небольшой допуск, судя по всему, потому что 61,9 показал на взвешивании. Это тоже профессиональный дебют. Да, Григорий, удалось тебе все-таки преодолеть этот лингвистический тест, да, в виде области, в которой проживает в Узбекской Республике боец. Поэтому желаем ему удачи. Здесь, я так понимаю, тоже профессиональный дебют. Да, боец, соперник, правда, чуть с опытом, 5 боев, но об этом как раз поговорим, когда он будет выходить. Да, по поводу области, когда 5 согласных идут подряд, и там еще мягкий знак между ними перемешался, не просто выговорить. Да, пока, к сожалению, не удалось первому узбекскому бойцу заявить о себе и выступить лучшим образом. Самое время, мне кажется, Марифу Мажидову за своего земляка немножечко отстоять честь республики и хорошенечко себя показать в первом профессиональном поединке в рамках турнира MMA Series 52. Приглашается его соперник из России, Артем Демин. Артем Демин, город Елец. Я был в этом городе. 93-го года рождения, 28 лет, 29 даже уже лет, в марте день рождения. Кандидат в мастера спорта по смешанным боевым единоборствам, победитель и призер по турниров по рукопашному бою, также победитель турниров по грэпплингу и смешанным боевым единоборствам. 0-1, как мы видим, послужной список Артема Демина. Да, причем поединок проводился в рамках ММА серии 44, раздельным решением тогда уступил Алымбеку Акжолу. И хочется вот в поддержку таким парням сказать, что это люди, которые двигаются несмотря ни на что. Потому что есть гораздо более худшие примеры, когда 3 поединка подряд, 4 поединка подряд в профессиональной карьере бойцы проигрывали. Поэтому еще ничего это не значит, и даже несмотря на то, что были поражения в любителях, тоже, к сожалению, нет какого-то положительного результата. Все впереди, сейчас все начинается с нуля. Каждый поединок — это новая страница. И мы будем внимательно следить, как, соответственно, будет Артем Демин себя сегодня проявлять в клетке. Боец в синем углу, ему 26 лет, рост 167 сантиметров, вес 61,9 килограмма. Родом из Узбекистана, Кашкадаринская область, село Якобок, представляет клуб «Памир Тимур». Сегодня он дебютирует в октагоне по профессионалам. Мариф, Азиатский Волк, Мажидов! Его соперник – боец в красном углу. Ему 29 лет, рост 170 сантиметров, ровно вес 66,4 килограмма. Из славного города Елец представляет клуб «Витязь». Кандидат мастера спорта по смешным боевым единоборствам, победитель и призер турниров по рукопашному бою, грэпплингу и смешанным боевым единоборствам. В своем активе имеет один бой, одно поражение – Артем Демин! Рефери в октагоне Никита Меркулов. Итак, Мариф Мажидов против Артема Демина. Наверное, обратили вы внимание, что Демин на 5 килограммов тяжелее, что, в общем-то, довольно весомое преимущество. Хлестко начинают. Очень здорово Демин попадает
Именно с рук в голову, и посмотрим сейчас, как будет узбекский боец. Да, видно, что он боролся. Ногу, переводит в партер. Ну, умело он это сделал, надо сказать. Выходит, едва не отдает шею. Да, осталось заправить буквально одну ногу, но нет, очень здорово контрит Демин. И вновь оказывается теперь уже за спиной. Абсолютно подобная ситуация, как была с узбекским бойцом в предыдущем поединке. Заправлена правая рука, и пошло давление. Нет, немножко до конца не может заправить, такое ощущение. А вот сейчас, как мне кажется, получилось. Снимает еще руку. Мариф Мажидов каждый раз просто борется как будто бы за свою бойцовскую жизнь в этой клетке. И продолжает Демин совершать прием. Еще глубже заводит локоть. Пошло давление. Да, не получается прям заправить туда совсем глубоко. Не так просто Мажидова победить удушающим приемом, потому что он такой немножко как шея очень короткая. И ухватить и заправить руку туда очень-очень тяжело. Но, тем не менее, все равно в опасной ситуации находится Мариф Мажидов. Да, в таких случаях вот кулак буквально за затылок вставляют для того, чтобы нельзя было снять перчатку. В таком случае будет очень сложно. Но браво, браво, Мариф продолжает бороться, не сдается ни в коем случае. И ищет возможность для того, чтобы сконтрить. Да, вот сейчас здорово, можно было бы развернуться. Не там размыкал как раз захват именно на корпусе с точки зрения ног. А вот сейчас глубже. Нет, приотпустил. И пошло еще воздействие. Посмотрите на ступню, на правую. Да, что? Вот здесь именно! Прекрасная победа! Потрясающе! Только-только успел я сакцентировать внимание. Да, ты хорошо заметил, потому что я обращал внимание, как работают ногами бойцы, но потом перевел внимание на попытки удушения от Демина. Ну, здорово. Мажидов, конечно, сориентировался. Момент достоин высшей похвалы. Ну, это в хайлайты, 100%. Хайлайты, да, безусловно. Давайте посмотрим, как это было. Да, то есть акцент вроде бы сейчас должен быть на голову, да, а там... Да, идет там болевой пошло, на ногу. Да, пошло воздействие на ступню. Опять же, возвращаясь к Морису Балияну, этот человек меня многому научил. В партере это чемпион одной из российских лиг, и он мне как раз подобный прием провел. Это очень-очень неприятно, дамы и господа, если, допустим, вы не сталкивались с этим. Это вот, посмотрите, как хромает и едва-едва покидает на, по-моему, чуть ли не на одной ноге. Демин. Да, я так понимаю, что он просто вовремя вообще не обратил внимания на то, что происходит, и уже почувствовал, понял, когда было реально больно. Да, совершенно верно. Так и произошло. Слушаем Гивит Валтвадзе. Громче, громче, болельщики! Наш второй поединок продлился 2 минуты 8 секунд. Победу в своем дебютном бою болевым приемом на ногу одержал боец синего угла Мариф, азиатский волк Мажидов. Ну что, Мажидова поздравляем с великолепным дебютом. Отлично поймал на вот этот прием воздействием болевым на ступню. Отличное начало. Ждем дальнейшего развития в Лиге ММА серии. И с большим удовольствием еще бы на него посмотрел. Безусловно. Попытки удушения со стороны Демина. Но так он увлекся. Обратите, да, внимание на ноги. Я еще хотел сказать, почему он не фиксирует корпус классический, да, вокруг живота одна нога, другая свою же ногу прихватывает. Он, то есть, по сути, сам отчасти совершил эту ошибку. Вот еще раз, внимание на ноги. Это классический контратакующий прием в данном случае, поэтому браво. И видно, что сразу было видно, что навыки грэпплинга, учитывая первый тейкдаун, у узбекского спортсмена на высшем уровне.